Здравствуйте, уважаемые зрители канала Анатолий Савельев. Сейчас я вам покажу, как я приготавливаю салат. Называется «Загадка для гостей». Одна головка лука режем полукольцем. Поджарить ее до золотистого цвета на постном масле. Свежий огурец, 300 грамм ветчины, майонез, соль, перец, крахмал, 2 сырых яйца. Готовимся с нашим администратором Светланой Николаевной. Я также с вами, Анатолий Савельев. Режем ветчину. Да, все режем соломкой длинной. Тем временем жарится лук. До золотистого цвета. И так, чтобы не попадало масло через ложку. Я вот опускаю. Все. Вот он лук, собственно. Да. Будем. Беру 2 яйца сырых и добавляю чайную ложку крахмала. Взбиваю, чтобы не было комочка. Тщательно. Взбиваю. И положила чуток-причуток. Ну, чисто символический соль. Чисто просто капелюшечку. Взбиваю. Сковорода сейчас будет накаляться. Вот. На постном масле. 10 секунд одну сторону блина. 10 секунд другую сторону. Считайте медленно. Раз, два, три, четыре. Вот так. Ложку масла. Ну, чисто символически получается. Это называется «Здравствуй, ужас». Снимаю его. Сворачиваем его. Сворачиваем. Пока остывает, режу огурец. Тоже надо его длинно резать, чтобы были длинные. Режу. Длинно тоже ее. Салат действительно загадка для гостей. Посмотрите, вот этот вот необыкновенный блин с яйцом и крахмалом. И с крахмалом. Вот действительно как бы производит такое какое-то оригинальное впечатление. Сейчас все промажем. Посыпаю перцем. Черным молотым. Черным молотым перцем. Все. Теперь майонез. Посмотрите, действительно загадка для гостей. Да, и пропитываем. И пропитываем. Можно сметанку. Уважаемые зрители канала Анатолий Савельев, вот вам салат «Загадка для гостей». В чем заключается юмор? Все длинненько, резано соломкой, 300 грамм ветчины, 2 сырых яйца, головка лука, 2 столовых ложки масла постного, лук пережарить на масле постном, яйцо взбиваешь с одной, 2 яйца взбиваешь с одной чайной ложкой крахмала, тщательно, чтобы не было комочков, сковороду накаляете, поливаете чуточек
столовая ложка масла постного, выливаете яйцо с крахмалом, прожариваете с одной стороны, теперь переворачиваете с другой стороны на 10 секунд. Снимаете его со сковороды, сворачиваете и режете также длинно. 2 свежих огурца я перечислила, соль, перец, майонез, ветчина. Пожалуйста, салат. Прекрасный. Да. Действительно будут гадать, что же за ингредиенты. Вот именно. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал Анатолий Савельев. Ставьте классы. Всем до скорых встреч. Вот такое действительно загадка.